Вот бабушка меня что-то просит. Что говорите? Копеечки, по-моему. Копеечка, а у вас пенсия сколько? Ну, мало. Сколько? 12. 12, а у меня 11. Представляете? Ну, я вот доцент университета, у меня пенсия 11. Ты моя хорошая. Ну ладно, давайте удачи. Это всего доброго. Снимаете? Да, это я снимаю. Издалека, наверное, сами. Ага, до свидания. Вот такие дела. Люди просят на улице милостыню с пенсией 12 тысяч. У меня 11, кстати. Ничего, живу пока. Не жалуюсь.